Израиль может официально признать Голодомор в Украине геноцидом. Законопроект на рассмотрение парламента внес один из депутатов центристской партии. По его словам, нет причин, по которым Кнессет, представляющий народ, переживший Холокост, не признает трагедию украинцев. Документ рассмотрят в израильском парламенте завтра. В посольстве России в Тель-Авиве законопроект уже назвали искажающим историю.